Добрый день! Меня зовут Гарри Плоттер. И сегодня мы вместе с вами распакуем принтер Epson WorkForce Pro WP4530. Итак, коробка перед нами, давайте ее откроем. Открыв коробку, мы видим транспортировочный пенопласт, шнур питания и кабель для подключения факса. Данный принтер ориентирован на американский рынок, но к вам он приедет уже адаптированным к сети электропитания в 220 вольт. Поэтому для начала работы вам будет достаточно включить его в розетку и нажать ON. Сам принтер упакован в полиэтилен и достаточно легко извлекается из коробки. На верхней крышке устройства вы найдете инструкцию о начале работы с МФУ. На дне коробки вы найдете пакет с диском, при помощи которого вы установите драйверы и программное обеспечение, инструкции по эксплуатации и гарантийным талоном. Подвижные части устройства закреплены транспортировочным скотчем. Перед началом эксплуатации его необходимо удалить. Epson WorkForce Pro WP4530 – это струйный принтер, сканер и копер с высоким разрешением печати. Для печати принтер использует 4 цвета, максимальный формат печати – А4. Автоподатчик для сканера поможет значительно сэкономить время на сканировании. Копирование также не вызовет никаких трудностей. Факсимильное сообщение будет передано со скоростью 3 листа в секунду. Это действительно многофункциональное устройство, которое станет для вас незаменимым помощником. Лоток для подачи бумаги вмещает около 330 листов. Отпечатанные листы выводятся фронтально в лоток для приема бумаги. Помимо всего прочего, устройство оснащено верхним лотком для подачи бумаги. Устройство подключается к компьютеру при помощи USB, а также посредством Ethernet-интерфейса и по Wi-Fi. Беспроводное соединение позволит вам печатать с iPad, iPhone, а также ваших смартфонов. Последнее станет дополнительным преимуществом при использовании устройства в условиях офиса. Прошу обратить ваше внимание, что производитель не комплектует данное устройство USB-кабелем, поэтому приобрести его придется отдельно. Откроем блок сканера. В крайне правом положении мы увидим пьезоэлектрическую головку, которая также закреплена транспортировочным скотчем. Снимаем его. Слева вы также найдете отсек, в который будете устанавливать перезаправляемые картриджи. На крышке блока сканера вы найдете инструкцию по их установке. Как сделать это самостоятельно, вы сможете узнать, посмотрев видеоинструкцию на нашем канале на YouTube. Удобный дисплей упрощает работу с МФУ. А при помощи кнопок, расположенных на передней панели, вы сможете управлять процессами сканирования, копирования и отправки факсимильных сообщений. Это устройство идеально подойдет для офиса, где есть необходимость печатать достаточно большое количество документов, как черно-белых, так и цветных. Несмотря на достаточно крупные габариты и вес около 14 кг, это устройство обладает целым рядом преимуществ, таких как скорость печати, качество, надежность и долговечность. Интернет-магазин оригиналом.нет дает 18 месяцев гарантии на данное устройство. Главным гарантийным условием является использование высококачественных чернил от Inksystem. Данное устройство отлично зарекомендовало себя в работе с установленными ПЗК от Inksystem. Это позволит вам значительно сэкономить на расходных материалах и сохранить высокое качество печати. Надеюсь, данный обзор поможет принять вам правильное решение. Удачной вам печати!